Всем привет, ребят, с вами снова Расти, сегодня мы будем играть в Titanfall. Да, я уже, наверное, целую, не знаю, сколько я не играл, недели две, я совершенно разучился играть, и, скорее всего, я буду очень сильно нубить, сейчас я тут что-нибудь посмотрю, тут что-то открыл, центр ядра, сильный удар, усилитель ядер. Это пульта, тут у нас что можно выбрать. Одна, просто бустер регенерации. Ладно, так. Ну, я думаю, сегодня можно начать играть с компанию. Мы прошли все за ополчение, теперь мы начнем за IMC. IMC, я буду играть с вами во всякие карты. Думаю, что-нибудь будет интересно. У меня, кстати, эхо такое, да? Да, эхо. Эхо. Ладно, не будем тут думать. Ну, вот, то есть за ополчение играют лохи. Просто лохи. Так что... покончить с флотом ополчения. Мы знаем, что у них топливо на исходе. Но от отчаяния они могут пойти на все. Не стоит их недооценивать. Так, вот далеко они не уйдут. Так что через пару часов, наверное, нападут на топливную базу. Спайглас сообщит вам детали. Пилоты Титана. Всех заглушили. Нас на кораблях отправят ко всем вероятным целям в системе Юмы. Все эти точки будут обороняться многочисленными патрулями. При появлении ополченцев вас отправят на поверхность, где вы должны обеспечить непрерывную работу турелей ПВО. Оружие для этого задания можете выбрать сами. Будьте наготове. Конец связи. Это возьму. Мне нравится. Куча супер дробовиков. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас тут. Стар через одного. И это у нас самая первая карта, которая была еще в бете. Да, я успел поиграть в бету. Если кто не успел, очень сожалею, потому что бета была реально хорошая. Кач до какого-то уровня, после какого-то уровня он просто как бы останавливается. Ну, как бы нельзя было сильно раскачаться, но все вот предметы открывались, я играл там прямо... выбивал себе какие-то свои собственные достижения, сколько-то убить, каких-то очков набрать больше. Но ладно. Пока что 3 FPS, я надеюсь, это никак ни на чем не отразится. Ну вот, вроде сейчас мы уже начнем. Почти. Но там играют первоуровневые, второуровневые, так что... И флот ополчения ее почти лишился. То есть играют за IMC только те, кто прошел уже один раз кампанию. Тут уже профи. Ополчение со... все. Там Чарли, а это Браво. Ладно. Браво, доложите обстановку. Говно у нас, все говно, все говно. Все говно, передай Риксу, чтобы он быстро подготовил отряд. Резал карту, то, что сэр, делается. Наши войска в штурме сбора Альфа. Пилоты, сегодня вам выпал шанс принести на фронтир мир. Воспользуйтесь им. Ой, да правда, что ли? Я-то думал, что мы только смерть переносим, чуваки. Так, ну вот, я опять со своим любимым дробашиком. Я еще все еще помню, ну, чуть-чуть помню управление. Потому что это я делаю управление. Не игры делают нас, а мы делаем. Всем наземным силам, захватите пункты. Просто понимаете, мне нравится. Мы взяли... Все, захват Альфы. Сразу левелап, что уж там мелочиться, блин. Давайте на Браво бежим, и Браво постоянно зачищаем, охраняем, потому что надо выбирать точку, чтобы что-то делать. Я надеюсь, что они будут каким-то для вас школьником, который не играет в игры. Я пытаюсь быть не статиком, просто если кто-то будет писать. Я не знаю, что вам говорить, просто у меня, по-моему, это. Не вижу. Что жопа. Закрысить бы. Где я бы тут мне закрысить? Сижу и думаю, где бы закрыть. Фу, как мне. Я первый еще. Ну, по-моему, тут надо больше атаковать, чем что-то забирать. Мне уже два раза дали. Сади меня еще кто-то стреляет. Бах! Какого хрена у него пакет лежит просто? Я не знаю даже, что я взял. Я с
сражение с пехотинцами приносит мне больше всего XP. Вы потеряли альфу. Так, значит, мы бежим убивать того мудака, который убил меня. Это же естественно. Турели отключены, а топливные насосы перенастроены. Враг захватил все пункты. Верни их под наш контроль. Ой-ой-ой, я прямо обосрался. Какой злой враг. Ладно, идем нам. Браво. Да, это браво, это не бетта. Мне просто нравится говорить слово бетта, потому что оно такое прикольное. Всем отрядом, работают. Так, ладно, побежали. Всем отрядом, работают турели Чарли. Красноглазка несет урон. Красноглазка вообще. Блять, настрой забежала! Ладно, я знаю, просто я злой на игру. Чего вы не дали мне-то? Я хотел сам. Какие-то турели тут, блин, расстреливают моих пехотинцев. Три тиммера, блин. Почти каждый сам за себя, но я знаю, что тут лучше играл в команде, как во всех таких играх. Не лагает. Анс, там готов? Можно поговорить с Станчиком? Давайте походим. Попробуем кого-нибудь завалить. Потому что они были опытные и вроде бы... Нет, ладно. Ой, я тут уже скатился в жопу. Скатился я. В жопу. Внимание! Вы опережали повстанцев, но не намного. Да все, ты сосешь, Уходите в укрытие. Работают турели Чарльз. Красноглаз несет урон. Что ты делаешь? Внимание, реактор сильно поврежден. Ка. Ну что-то засчитать за ним. Еще вон он. Не уйдет от меня. Внимание, ваш новый этап будет готов через 3 минуты. Я застрял. Там еще кого-то видел. Всем отрядом, работают турели Браво. Ведем обстрел в Красноглаз. Там убили уже чувачка. Я бегу за кем-то и не успеваю добежать, потому что все так быстро надо делать, чтобы кого-то найти. Просто надо выбирать точку. Я бегу и убиваю. Это мне плохо на репутации делать, ставить. Прочность корпуса красноглазки все как красиво, это я еще в разрешении 4:3 играю, если кто-то знает, то может понять меня. Ах! Я отлично могу сделать. Мы потеряли Чарли! Дак! Сука! Я тоже буду его ударить, если мог. Всем отрядом! Мы почти разгромили оболчение! Но я не такой! Но я не такой! Там нет, это не наш. Пускай свой щит. Мудиара, опускай свой щит. Я на тебя запрыгивать буду. Это тут внимание, ваш новый титан будет готов через 15 секунд. Щит должен спадать. А титан не должен бегать от пилота, потому что титан вообще-то больше. Чувствую, что он бегает от меня. Все, ты авто, ты не можешь меня ударить. Я сам себя убил, да? Ха-ха. Какой же я был. Ладно, чтобы узнать, что нельзя. Ладно, да, ладно, просто убил. Сам убил. Забыл. Отлично.
Прочность корпуса краснокласки составляет 25%. Прикройте мне, а? Я не вижу сзади, спереди. Я уже просто руку держу. Поменялись мы с ним, стали сюда. Всем отрядом, работают профессионалы. Работают профессионалы. Союзный? Какого хрена ко мне союзный собрался? Я найду! Я до тебя доберусь! Я до тебя доберусь! Ладно, просто я хотел как-то сыграть лучше. Я думал, что выживу. Мы потеряли пункт, браво! Сейчас надо пробить дробовичок. Я обстоять, окей. Просто надо меньше, как я понимаю, бегать. Что делать? Всем отрядом работают турели Альфы. Чё, такой лох? Правда? Чарли подвергся атаке. Я думал, я больше, чем лох. Ладно. Это окей. Под контролем. Блин, убили. И этого чувака убили. Молодец. Ты бежал прямо на него. Он-то мне в спину ещё расстрелял. Так, очень такое оружие. Это я ещё понимаю, но... Не то, что ты бежишь к его лицом, мог бы хоть снайпер ударить, не знаю. Сейчас мы еще браво потеряем, спасибо. Кстати, отсюда можно кто-то... Пыщ такое куда-нибудь. Пыщ, мы потеряли браво. Пыщ. Так, это должен быть куда-нибудь. Нейтрализуем. Я второй! Ба-бам! Только что был последний. Мы быстренько тут все думаем. Ждем, пока капают очки, и меня какой-то опять этот же чувак убил в спину. Ну, то есть ополчение всегда сосет больше. Внимание! Ваш новый титан будет готов через 15 секунд. Опа, я успел захватить, а. Захватываю Альфу, да. Тут респаун. Странновато. Мы взяли Альфу, но мне нужен доступ к Браво и Чарли, чтобы... Ладно, я тебе дам доступ к Альфа и Чарли. Русские эти все субтитры. Не субтитры даже, а вообще текст. Говорят по-русски, да. Это Titanfall, он должен быть тут не так. В этом здании расположено 7 отрядов. Внимание! Уи! Вот теперь можно... Расходная карта победа. Так, вот я в этом... Бах! Смотрите, как мы ему быстро все отняли. Сейчас он сосет. Только среди них гражданских. Сегодняшние гражданские завтра войдут в ряды ополченцев. Так чего вы от меня хотите? Чтобы я этого дожидался? Я хочу, чтобы этот флот нашли. Грейв, за твой. Я убил! Убил эту скотину. Убил эту скотину. Может, твоих убил. Ладно, эта хрень улетела, но уж извините. Просто двоих вражеских врагов убил. Всего их убили трое. То есть... Ну и второй по количеству атаки. Я чуть ниже этого чувачка, а по броне одинаково. Броне вообще давали мало очков. Есть сервера, на которых дают больше. Но не именно сервера, а как бы матчи, режимы. И... Да, на этом я, наверное, хотел бы закончить, потому что Titanfall, он, ты очень быстро наигрываешься. Не так, как в Battlefield, скажем, четвертом. Ну, там как бы ты пытаешься, даже что тебя убивают, ты
Ну давайте как-нибудь по стелсу скажешь так. И пытаешься, тут даже убиваешь. Как-то наигрываешь свой какой-то опыт, и потом ты круче играешь. Внимание! Не именно всегда, это вице-адмирал Грей. Вообще, так, мы это послушаем. Как вы потом. Знаете, мы это послушаем потом, потому что я уже хочу закончить. Этот раунд был довольно долгим. Если бы он был маленьким, то я бы еще раунд сыграл, да-да-да, я знаю. Но мы послушаем все-таки. Но сюжет не очень интересный. Самое круто, что все эти титаны, взрывы. Если играть в хорошем качестве, то очень бы было круто. Но я, когда включаю в хорошем качестве, просто идет поиск серверов и типа тебя выкидывает. Если у кого-то есть такая же проблема, можете написать, мы подумаем, что с этим делать. Ну, я как-то не сильно заморачиваюсь, знаете, по таким проблемам. Водички. Так, ладно. Ну и что? Что ж, мы поиграли, да? Все хорошо. Сюжет тут не очень интересный, как я уже говорил. Игра сама хорошая, всем советую купить. Потом будут выходить дополнения, что-то там летом, весной, осенью. Будут выходить прямо так, по месяцам там расписано на War Engine, да. Посмотрите, если кому-то интересно. Если вам понравилось это видео и вы бы больше хотели видеть таких видео, напишите в комментариях или подпишитесь. Ну или подпишитесь и напишите комментарий, хотели бы вы или не надо, лучше снимать про что-нибудь, там, какую-нибудь игру, напишите, пожалуйста. Я все выслушаю, все хочу подумать и узнать, в чем нравится, просто я сейчас играю всяких Pirate Legacy. Жду, пока приедет Эвермедиа ко мне, и мы запишем GTA 5. Да, просто запишем GTA 5, вот так. Бывает. Где-то. Что? Ладно, возьмем. Окей, да, на этом я закончу. Так что давайте, пока-пока, ребят, с вами Расти, удачи, всем пока. Пока-пока.